Членство в религии под названием антисемитизм доступно всем. Это единственная всеобщая вера. Язык антисемитизма – это редкое наречие дьявола. Он бывает становится родным языком его учеников. Дьявол – это бог антисемитизма. Профессор Рой Эккарт. Есть некая сила у старых документальных кадров. Когда крутится в проекторе ветхая, поцарапанная пленка, выцветшая и поблекшая. Дрожит изображение, нечеткое, слегка размытое, будто через сетку наброшенной паутины. Звук голосов прорывается через шум, треск и прочие помехи. И появляются на экране предметы ушедшего времени. Лица прошлого, трагедии прошлого. Ты смотришь, и мир вокруг перестает существовать. Ты входишь в другую, иную реальность. Прошлое распахивает свои объятия, и ты растворяешься во времени. Ты становишься невольным свидетелем и участником прошлого. Прибытие поезда в Бурже. А это первый полет братьев Райт. А это Париж. Иерусалим. Нью-Йорк. Это футбол в Англии. А это... Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется сейчас, я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. В ЦК поступают письма, в которых высказывается беспокойство по поводу того, что в иных произведениях в извращенном виде изображается положение евреев в нашей стране. В декабре на нашей встрече мы уже касались этого вопроса в связи со стихотворением «Бабий Яр». За что критикуется это стихотворение? За то, что его автор не сумел правдиво показать и осудить именно фашистских преступников за совершенные ими массовое убийство в Бабьем Яру. В стихотворении дело изображено так, что жертвами фашистских злодеяний были только еврейское население, в то время как от рук гитлеровских палачей там погибло немало русских, украинцев и советских людей, других национальностей. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывает его, поют с чужого голоса. Над Бабьим Яром шелест диких трав, деревья смотрят грозно, по-судейски. Все молча здесь кричит, и шапку сняв, я чувствую, что медленно сидею, и сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребенных. Я каждый здесь расстрелянный старик. Я каждый здесь расстрелянный ребенок.